нас надо. Визуально видишь? Да. А тебя гасили просто с пулемета? Не знаю, с чего гасили, да, с пулемета, наверное. Или с М2 вообще. Ну я навстречу пошел. Меня техника слышит. Старайся трубача убить. Или трубу убить всех. Страйкер. Ну ты ему нихуя не сделаешь. Короче, ждем. Давай. Там труба есть что на севере, прям убил ее. Где ветряк, конечно. Там ГКБ? Да, там ГКБшек. Слева камушки такие, там два трупа. Это СПН, ребята. Опять почти нету. Там один человек остался. Первым и вторым ветряком. Тоже есть. Четвертым убил, между первым и вторым точно еще есть. Ну и между третьим и четвертым тоже какой хуй знает, может быть. Вряд ли там двое всего. Ну лучше прижиматься и идти вам в район первого-второго ветряка, потому что их там, ну, меньше, судя по всему. За черную же они не могут дойти, то есть ближе к черной прижаться. И идти, чтобы уменьшить радиус атаки сектор на вас. Че, командор там живой? Не знаю. А где его успели выщелкнуть уже? А вроде его по нему не стреляли. Командир. Загадочно. Так, ну вижу, наши поднимаются в горку, я не знаю только кто это. Смотри, ветряки, а то, блин, мы тут идем по лысой горе. Добро. Карбон. Да. Ты за командира у нас. Я за командира, да? Заедись. Сейчас поставлю метку, куда поджимаетесь. Короче, западнее, вдоль черной линии, к ветрякам на горочку поджимаетесь и в камнях там где-нибудь садитесь. Наверх на самый, пока не вылазь. Я надеюсь, есть там у вас у кого джекс есть, да?
такая молчанка, капец. Слушай, мы с тобой вдвоем, что ли, остались? Есть живые? Есть, есть живые. Левый ветряк прямо на черной линии стоит, поэтому как к нему подойдете, влево от него не уходите, около него закрепитесь, и это я к вам прибегу. Дальше уже будем дальше продвигаться. Ага. Это сборка, черт, бери командование, давайте на север, идите 250, защищайте. Что, у вас командира нету? Карбон у вас командир. Да? Карбон командует. А, карбон на север, ну черт, на дальше не вышли тогда. Ну, потому что мы не знаем, где командир наш валяется убитый. А, с КВ нет? Нету ничего, и это... мы идем сейчас к северному ветряку. То есть к западному ветряку, а потом от него будем продвигаться в сторону 210-й и остальных. Сейчас ребята дойдут, закрепятся, и я к ним, потому что там отделение противника было. На дальнюю уйдите кто-нибудь. С чего? С КВ. У нас нет возможности второго канала настроить. Карбон, посмотри, он там рядом был, короче, рядом с черной линией в ёлках. Он, скорее всего, вылетел, по нему не стреляли. Сейчас пойду посмотрю. Если в ТС нету, значит вылетел. Где вы сейчас эти метки ставите? В районе западных ветряков, которые около черной линии. Вот здесь красный где поставил? Ну да, приблизительно там. Вот там противник на этих ветряках. Ну вот мы с ним и воевали сейчас. Техника наша работает кому-то. По мне работают парни тушителя. Со спины откуда-то, по-моему. Слышу, да. Ты в тылу враг у нас. Давай, карбон. Вот у нас в тылу враг. Тихий, на КВ еще? Где-то, короче. Блядь, живой ранил меня, собака КП. Где-то на западе. Блять, по мне ее будем сказать. В низинке в этой, короче, тихие. В яме, в кустах. Пушка работает? Пушка, да. Я прям рядом с тобой дохожу. Сейчас попробую осмотреть его, где он. Тоже подхожу туда. Пуск рядом был. Снизу пуск был, с зелёнки. Откуда пуск был? А, снизу тихий. Ниже тебя. Сейчас получается восток. Там такая яма, короче, парни на оттуда труба прилетела. Сейчас я забинтуюсь, попробую посмотреть. Парни, блин, что-то вы такие тихие, давайте защищать их просто, где вы все есть? Сколько карбона я, блядь, мол, останется молчат. Вот ветряками. Смотрите, с ветряков кусты эти. Блядь, гранат может покидать туда, в ту степь? Покидай, ебать, что? Твоих там нет. Куда, вон, видишь, техника стоит наша, без колес. В низинку в эту покидать. Слева.
Ну, я отбежал от техники. Сейчас поднимусь на пригорок, посмотрю. Он, вот собака, мог просто взять и уйти на юг, а после того, как стрельнул, блядь. И мы сейчас тут стоим, ищем его, и тут нету. Либо лежит где-то, либо попалил я в него гранатой. Хер его. А что делать? Так а чё КПшник тупит, блядь? Я, говорит, КПшник, блядь, ему сказали, куда стрелять, боли он тупит. Он вообще молчит. Тупили его. Кто живой остался? Прием. Карпон. Давайте-ка мы это... Двиг сделаем. Будем считать, что нас всего трое живых. Дал метку на выбитый трекер. Белая от вас юг. У них еще трекера остались? Да, наверное. На них вроде три штуки. То есть как минимум еще один. Чуть выберем, если...